поднимаешь из пепла и мрака, к свету ведешь, бремя снимаешь и исцеляешь наши сердца Твоей любовью, Господь.
живой, прославленный Господь, наш живой, воскресший Иисус, наш Царь. Боже Святый, мы просим Тебя, приди сейчас своим Духом Святым на это место, Боже. Господь, мы собрались здесь во имя Твое, ради Господа нашего Иисуса Христа. Мы собрались здесь ради Тебя, Иисус. Если Тебя нет сейчас на этом месте, то все это бесполезно, Боже. Если Ты не придешь сегодня на свидание, то ничего не будет. Не будет этой встречи, не будет этого общения, Господь. Мы очень нуждаемся в Тебе. Твоя невеста ждет Тебя, Иисус. Боже Святый, помоги нам сейчас запастись маслом, подобно мудрым девам, которые ожидают своего жениха. Аллилуйя, Господь. Дай нам сейчас приготовить свои сердца. Боже, пусть наши сердца по милости Твоей и преисполнены Твоей любовью не ожесточатся. Несмотря на все вокруг происходящее, Боже, не дай, пожалуйста, чтобы в нас охладела любовь. Аллилуйя, Господь. Пусть Твоя благодать, она главенствует в нашей жизни. Пусть она покрывает. Боже, через Твою жертву мы сегодня одеваемся в белые одежды праведности. Не по своим заслугам, не по своим делам, но поверив в Тебя, живого и воскресшего Иисуса. Аллилуйя, Боже! Пусть благодать Твоя сейчас и милость, они изливаются на нас. Боже, дай нам сейчас найти Тебя, найти Твое лицо, найти Твое желание. Боже, дай нам сейчас погрузиться в Твое присутствие. Открывайся нам сейчас. В простоте это, как Ты этого хочешь. Боже, дай нам видеть Твое желание, желание Твоего сердца. Аллилуйя, Господь, мы молим Тебя о мудрости. Пусть она приходит в нашу жизнь, чтобы мы искали Твоего, чтобы мы искали и угождали Тебе, Иисус, чтобы мы вырастали духовно и чтобы не твердили только и не просили о своих желаниях. Боже, дай нам возрастать, чтобы видеть Твое желание, Иисус, чтобы исполнять его. Аллилуйя, Господь. Мы поклоняемся Тебе.